18 марта в Северском доме культуры прошел праздничный концерт, посвященный 7-й годовщине воссоединения России и Республики Крым. Торжественное мероприятие началось с речи главы района Адама Джарима. Сегодня в зале сидят молодые ребята, наши дети, подрастающее поколение. Я хотел бы, чтобы каждый из вас был патриотом нашей великой страны. Ваша задача сегодня хорошо учиться, найти знания и найти единственную дорогу в жизни, которая принесет вам удачу. Поэтому любите свой край, свою родину, свою станицу, естественно, родителей и близких. И будьте достойны своих предков. Еще раз с праздником! Хорошее настроение собравшимся дарили музыкальные и танцевальные коллективы района. Яркие и энергичные номера не оставили никого равнодушным. Артисты посвятили свои номера родине, патриотизму и, конечно, чарующему Крыму. Расскажи мне, поведай, расскажи мне, поведай, расскажи мне, поведай, солнце дикая грудь.